Благотворительный марафон «Единая сила добра» продолжается. Сегодня его ведущие Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у депутата Госсовета Коми Владимира Косова и главы сельского поселения Пажга Александра Ермолина. Считаю, что эта акция необходима в Сыктывдинском районе и в республике в целом, так как благодаря игровым комнатам при больницах для детей, находящихся в больницах, мы можем создать домашнюю и новогоднюю атмосферу. Я смогу лично поучаствовать в приобретении игрушек для детей, находящихся в больницах. Особенно это будет память для детей, потому что произойдет накануне Нового года. Это запомнится им на всю жизнь. Домашнюю. Марафон организован при поддержке Единоросса, фонда «Сила добра» и телеканала «Юрган». В его копилке уже 373 тысячи 920 рублей. Кстати, Алексей Ермолин передал эстафету марафона депутатам Госсовета Сергею Артееву и Алексею Цупанову, а также генеральному директору Монди СЛПК Клаусу Пеллеру. В свою очередь Владимир Косов назвал директора Сыктывкарского лесного института Валентину Жиделеву, генерального директора компании «Азимут» Николая Толсташеева и депутата Госсовета Виктора Ведрицкаса.